Владимир Александрович, я бы хотел спросить как раз о том, что происходит в эти дни, о боевых действиях, о войне. Мы видим, что в последние недели одна из самых страшных горячих точек – это Мариуполь. Мы знаем и о том, что город практически полностью разрушен, и о гуманитарной катастрофе, которую переживает население Мариуполя. Однако, тем не менее, кто контролирует сейчас город? Приходят противоречивые на этот счет сообщения. Можете ситуацию? Да, противоречивости нет. Хаос информационный, он понятен, все, чего вызваны. Реальность такова. Город заблокирован российскими военными. Заблокированы все въезды и выезды из города Мариуполь. Далее заминирован порт. Далее гуманитарная катастрофа однозначно внутри, в городе, потому что заехать продукты питания, лекарства, продукты питания, вода, лекарства невозможно. Российские военные именно обстреливают гуманитарные силы, гуманитарные грузы, конвои, они обстреливают, убивают водителей. Что происходит с этими грузами, я вам не могу сказать. Многие из них были отвезены назад. То есть вот это наше направление, Запорожское, Бердянское, все области, Запорожской области, все это направление сложное, это 100-120 километров, сложнейших вызовов, это постоянно идут обстрелы. Вывоз разными средствами было достигнуты какие-то договоренности, деблокация во время выездов гражданского транспорта, пассажирского, из Мариуполя в сторону Украины происходил. Силовой вывоз людей из Мариуполя не в нашу сторону, в сторону, так сказать, обратную, оккупированную, в сторону, куда показывала, куда вывозила Россия со своей тоже силовой происходит. По нашим данным, более 2000 детей вывезено, а это украдено, значит, потому что их неизвестно нам точные локации всех этих детей, они там возятся как с родителями, так и без, и просто. Ну, в общем, это катастрофа. Я не могу передать, как это вообще выглядит. Это страшно.